Всем привет! Сегодня понедельник, 26 число. И сегодня день рождения у Васильевича и у моей подружки Наташи. Я хочу их поздравить, пожелать им всего самого-самого хорошего, здоровья, любви, успехов и всего, чего хотят они сами, чтобы у них все это сбывалось. Мы субботу-воскресенье провели в селе. Мы уехали в пятницу вечером. Вот. И в воскресенье вернулись. 2 дня я, можно так сказать, камеру не брала в руки. Ой, там зонтик, смотри. Уже, Костя, ну ты хлопнула в меня ушах за этот. Пришел Константин. Привет. Капец, дождь такой. Дождь, да, сильный. Так что, ребята, там немножко Костя заснял кадры, как Даша на этом самокате каталась, бусинку на нем катала. Ну, а я не снимала, потому что просто некогда было. Вот и все. Поехали, бусинка. Вот королевы дороги. Что, поехали, Константин? Угу. Немножко мы опаздываем. А когда ж ты файлы вставишь, если я вечером буду? Когда я файлы вставлю? Я как-то вставлю в следующий раз. Окей. Поехали. Поехали. Привет! С днем рождения, Васильевич! Все это без самого-самого хорошего. Хорошее дело. Да. Васильевич, у нас такой ливень. Привет, мам. Мам, привет. Пошли. Это вы? Да, мы. Идем. Вы же меня подвезете? Да. А у тебя только одна сумка, я думал, больше будет. Я еще назад еду. А, да? Да. Ну, садись. Все, что? А, нет, то ложи. Все, я забрали. Забыла. А где вот этот фонд, куда нам ехать? Куда нам ехать? Коло Любави повернуть налево. Че это? А в селе снихи шел, да? Снихи, да. И здесь, короче, да, все ливень весь день. Супер, мы картошку посадили. Ага. Ну, позднейше вывезли, земля нагреется. А я строй директору звоню, говорю, я опаздываю. Говорю, есть смысл ехать, ну, на работу по ливням вот таким? Ну, я уверен, что там никто сейчас, ну, не будет копать. Ну, трактор, кроме что копает, но там же не везде можно трактором. Он говорит, а пока не выходи, может, после обеда, если прекратится, типа, то это, выйдешь. А он не прекращается. Вот так. Короче, едем, я думал, пожар какой-то. А тут, короче, служба какая-то аварийная, наверное, газовая. Дровами топит машину. Прикольно, да? Угу. Смотри, как задымило. Да, аварийная служба. Зато тепло. Ну, величие. Да, видно. И чуваки в дождь не работают тоже, короче. У нас такой уже лопатый снег разыгрался. Триндец просто. Че был? Красота. Тебе не нравится? Так это же лето. Да еще ж не лето. Ну все. Что это такое, короче? Посадили картошку. Обалдеть. Но снег он же тепло делает, да? Да, тепло. Капец. Я не знаю, камера. Если бы я не знал. Не передаю. Да, ну не особо видно. Если бы я знал, что. Ну, короче, время сейчас бы. Ну, короче, может, блин, что я намолол. Можно представить, что сейчас типа зима, ну, вот начинается. То есть вот такая вот пора. Если бы не знать, что по факту лето вот скоро будет. Да. Реально, вот осень типа кончается и начало зимы. Да? Да.
То есть мы мысленно перенеслись только что, типа, во времени. Мы приехали домой, Костя возмущается. Машину покажи. О, серьезно? Я просто так не буду, ну не знаю, искала, вот это получилось. Спасибо, кого накладка есть. Она, походу, защищает от вот этих. Ага. Да не надо вот это показывать, как она защищает. Подожди. Ну то не надо сипать сразу. Подожди. Ох, как холодно, мамочки. Да закрыты окна. Ну, ты подви на нем. Все там закрыто. Холодно, открывай. Открывай, бо я замерзла. Ого! А ветер, ребята, какой! Я сейчас бы шапку одела. Такую пушистую какую-то. Так, значит, я дозвонилась к мастеру после часа. Привет, красавчик! После часа, короче, это. Он сказал его набрать. И, может быть, приеду на ремонт. Даша тут уже чаёк пьёт. Всем привет. Сейчас уже, кстати, закончился урок. Еще 15 минут и будет следующий. Сейчас перекушу быстро и побыду. А я тебе тут купил, короче. Ну, с мамой вместе. Заезжали в магазин, купили Даше булок. Шоколад. А, спасибо. Шоколадный, да. Она шоколадный любит. Ну что такое люблю? Как же хлеб, ну то хлеба не надо. А, все еще с корицей. Я такое люблю. Лимонад. Спасибо. Да, это. Короче, конфеты взяли. Вот таких своих любимых. Джилок, это же, ну, типа топи желательно. Я твоя тоже ела. Ой, они рассыпались, короче. Да не рассыпят их. Ну, короче, вот. И даже, смотри, вот такие еще штуки. Ой, на, нашел. Они, наверное, кость одинаковые или нет? Не, а принеси мой телефон. Давай посмотрим. Сейчас. Да. А где он? Это вот эти же, как его, оживающие картинки. Поняла, что? Да? Угу. Оживающие картинки. Пишут вот уже. Да, уже на урок пора? Что, ты не успеешь посмотреть? А ну, я открой. Успею, объявление. Надо посмотреть, когда следующий урок. Ну, этот. Сейчас. Во сколько, не помню. Тю. Что, там нету? Она? Я ничего не понял. Ну. Так вот сюда надо, Костя. Господи, ты не понял просто. А, вот считаешь, типа, да? Да, а где моя эта штука? Ну, должна быть где-то. Не пойму, где она? Не, не тут. Сейчас. Это просто разрисовать. Это что-то не то. Вот сюда наводишь? Думаешь? Ну, мне сказать, я знаю. Что мне думать? Ну правильно, что ж? Так, да, должны. Не, они сами должны. Или это разрисовка? А ну, дай мне на телефоне. Размалюй карту, живой герой, это обычная игру. Наведи камеру на QR-код и завантаж додаток Joy Kids безпосередньо с Google Play Market. Блин, читать надо. Так. Как ты это быстро нашла так? Ну, установлю. Она же быстро. А я разбираюсь. Угу. Вот она должна оживаться там. Сейчас посмотрим. А вот еще одна. Ну потом, как-то сейчас скачаешь. Так. И открыть. Ну, покажи. Вот. Ой, смотри, Даша сразу мне эту штуку нашла. Не знаю, как она это. Разрешить? Ну, да. Ну что, наводи на картинку. Да. Ну вот эту тебе. О, прикольно. Ого! Испугалась. Испугалась. Надо было реакцию Даши заснять. Ого. Ну, сделай громче. Нажми на меня. Нажми на него, Даша.
Слушай, ну короче, тебе надо было этот устанавливать это на свой телефон, да. Не на мой. А, прикольно, тут еще и игрушка есть, короче. Ну, самая простенькая, но прикольно, да, сделала для детей такое? Ага. Давай это попробуем. Открой. Давай. Открывай. Сейчас на видео. Залипошка. Ага. Прикольно. О, тут другой монстрик. Ну? Нужно попить чаек. У тебя есть чем похрустеть? Прикольно. Реально ужасная, да, такая штука даже? Веселенько. Так, да, говорит, у вас есть чаек, даже как раз чай пьет. И есть чем похрустеть. Ма, смотри. Смотри, что я делаю. Тусит. Надо, можно музыку включить, и он будет, короче, на дискотеке кусался. Нажать на тебе? Весельчак. О, смотри, смотри, можно его сфоткать. Или видео. Короче, залипашка, да? Качай, короче, себе дашь на телефон, слышишь? Новый рекорд.